Сегодня такой день хороший. Мы поплавали сначала, хотим в лес. Народу битком. Вчера не было ни души, было 20-25 градусов. А сегодня 28 градусов. Весь город Смоленск здесь. Вон где-то костры, но машин и детей. В воде много сегодня детей, машин. А на том берегу тоже битком народу. Но у меня солнце светит. Солнце светит. Я не знаю, что я снимаю. Не видно мне. Не видно тот берег. Вижу только себя. Ладно, вот такое вот озеро огромное. Все, а мы поедем в лес. Пока не остыли еще от этой воды. Вот. А я плавала вон там. Ну, где эти люди плывут. Там у берега битком народу, а дальше мало кто плавает. Сегодня день особенный. Все, нам теперь в лес, пока мы еще не нагрелись. И озеро, приехали в этот лес. От озера здесь километров 5. Вот такая вот трава, очень густая, и это дорога. И мне надо, я одна. Они двое остались в машине. Я одна, пойду в лес. К пню, посмотрю, как вырос тот трутовик. Больше мне ничего не надо. Вы проверь вот здесь вот и вот здесь вот. Не, вот здесь. Вот здесь росли подосиновики вот тут раз. Но их сейчас нету. А я хочу глянуть тот ТСЖ, который стал еще больше вырос. Молодой мы его не успели забрать. А хочется мне его посмотреть все-таки. На озере битком народу. И после озера в лесу даже и не жарко. Тень. Есть и солнечно, в одни всякие летают. И сухо. Я зашла в лес, хрустят листья. Сухо. Но мне только по дороге, потому что у меня такая привычка заблуждаться в этих лесах. Поэтому я только по дороге. Не буду больше нигде ходить. Вот я пришла снять эту каракатицу. Вот те грибы не растут, которые мы... А она тоже плохо растет почему-то. Ярко, красиво. Вот сверху были все-таки намечено, как бы должен был вырасти сверху трутовик, но он не вырос. Почему-то вот это то, что мы срезали, здесь больше не выросло. А вот этот вот трутовик растет себе, но он как-то вяло растет. Ну-ка, он сухой, в общем-то. Да, он суховатый, но еще он мягкий, даже и мягкий он еще. Какой-то мягкий, может загнивает, не знаю. Когда-нибудь еще приду сюда, сниму я его. А пока я грибов никаких не наблюдаю. Комары эти вьются, пока не кусают, потому что я намазалась. Вот и все. Попробую еще один момент проверить возле болота. Ну и хватит с меня приключений на сегодня. Вон там Оля идет навстречу. Вон там гриб мой один. Он мне не нужен. Все, я пойду еще к болоту быстренько сбегу и все. Оленей плетей. Точно. У него полосочки такие радикальные. Плетей олень. Ага. О, комар сел на экран прямо. Огромный такой. Да. Не выйти. Прошла мимо своего болота. Там снять нечего. Я и не стала. Просто даже снимать буду выбираться. Забралась, блин. Опять хотела другой дорогой пройти. Вот теперь трава выше пояса. И черти, что под ногами такое. Ладно, буду выбираться. Вот такое вот все под ногами. Ветки всякие, блин. И вон, и вон, и вон. В ловушку опять попала. Ну, как всегда. Ладно, перескочу. Я знала, что я ничего не найду. Во, вылезла я через эту канаву и выхожу. Мы здесь одуванчики собираем и щавель иногда. Но сейчас мне это все не надо. Фух, как хорошо. Вот сюда зайду в этот лес и все гляну. Ориентир, сундучок на дереве. Все, идем дальше. Теперь я успокоилась. Кто-то палочку поставил, или она сама упала возле этого дерева. Я успокоилась. Видео совсем не полезное. А просто так, бла-бла-бла. Ну и ладно, все равно. Лес всегда приятно видеть. На этом я заканчиваю.
Даже очень я заканчиваю. Вот машинка. Всем пока-пока и до встречи.